Дагестанцы завоевывают. Семья Магомедовых на мировом пьедестале. Братья Юсуф, Омар Газимагомед и глава семьи Али стали лучшими на чемпионате мира по грэпплингу. Юные спортсмены из клуба единоборств Universal Fighters уже в третий раз представляют Дагестан на международной арене. В чем секрет такого успеха? В чемпионских генах или спортивном воспитании? Узнавал Марат Чуримов. Среди множества медалей, поясов и кубков глаза бросаются они. 4 золота чемпионата мира по грэпплингу TVV-BJJ. Семья Магомедовых завоевала награды в Москве, там и прошли соревнования. Сначала верхнюю ступень пьедестала заняли братья Юсуф, Омар и Газимагомед, а потом и глава семьи Али. Он с детства занимался вольной борьбой и приучил сыновей к спорту. Стал мастером спорта. И выиграл различные турниры, там республиканские, там всероссийские. На международном турнире был вторым. И вот оттуда пошла этот. И дети тоже, они видели какие-то мои успехи, там какие-то медали у меня в грамоте. У них тоже появилось желание тренироваться. Для 8-летнего Юсуфа это не первая победа на международных соревнованиях. В прошлом году он завоевал 2 медали высшей пробы на открытых кубках мира по грэпплингу. Мальчик параллельно занимается смешанными единоборствами и там регулярно занимает пьедестал. Мне нравится тренироваться. Еще мне тренер нас учит новые приемы. Треугольник, мельницу, удушающие приемы, болевые. Для старших братьев Газимагомеда и Омара это первое золото на международной арене. Как подобает дагестанцам, ребята мужественно справились со всеми трудностями. Самое сложное бывает первая схватка, потому что первые схватки у тебя бывает больше волнений, но когда уже ты начинаешь выигрывать, у тебя больше появляется уверенность и становится легче бороться. Семья Магомедовых – мастера болевых приемов. Большую часть своих схваток дагестанцы заканчивают досрочно. Победу приносит коронный удушающий. Чемпионат мира я выиграл вот этим болевым удушающим. Я сначала прошел ноль голи. Потом начал кувыркаться. Я растянул одну ногу и потянул на себя. Потом здесь я растянул вторую ногу и растянул на то, чтобы отжить. По словам тренера ребят Газимагомеда Тагаева, добиться успеха братьям помогает упорный труд. Маленькие чемпионы с удовольствием обучаются всему новому. В то же время каждому из спортсменов нужен индивидуальный подход. У троих есть дисциплина, но Омара очень такой шустрый, все берет на ходу. Бывает же, там некоторые ребята бывают, там один-два раз покажешь, они не понимают, а он с первого раза, можно сказать, вот это понимает или точно не поймет, он к тренеру подходит, спрашивает, интересуется. Казим Хама чуть молчаливый, такой пассивный, надо наоборот к ним подходить самому, над ним работать, там, это, он чуть так стеснительный. А Юсуф, у него вот эти все качества, короче, там, сюда побежи, туда побежи, там, тренер, я это сделал, этот прием сделал. Сейчас юные спортсмены готовятся к открытому чемпионату Дагестана по грэпплингу Battle Pro, а уже зимой планируют выступить на очередном чемпионате мира. Соревнования станут для ребят решающим в получении оранжевого пояса. Марат Чуримов, Махарбек Амариев, Джабраил Рабаданов. Время новостей.